Рожденная в Новый год, городская власть по традиции навестила младенцев, родившихся в ночь на 1 января, и подарила им подарки. Мамы отмечают, роды в новогоднюю ночь – настоящее волшебство. Они уверены, детки родились здоровыми, в том числе и благодаря новогодней атмосфере в роддоме. Это второй ребенок, первая девочка, Полиночка, ей 5 лет. Тоже мы рожали здесь, очень были довольны. Вот. И по старой традиции приехали с мужем сюда. Родился в 1:45 ночи 1 января 2014 года. Прошло все, никто не думал и не ждал, как говорится. Новый год сидели, там себе кушать готовили. Вот, персонал вообще классно, весело было. Вот. Все были с рожками карнавальными. В общем, все, конечно, прошло очень весело. Даже и не поняли, что у нас были роды настоящие. 1 января. В новогоднюю ночь в нашем городе появились два новых запорожца, девочка и мальчик. И по давно сложившейся традиции мы поздравляем родителей, бабушек, дедушек, конечно, новорожденных с этим прекрасным событием. По традиции новорожденным подарили детские кроватки, а мамам – букеты роз.